Всем привет от канала ИП. Сегодня 1 июля 2020 года. Для кого-то обычная дата, но для обменных пунктов большинства небольших печальная дата. Люди закрываются, причем работали десятки лет, приносили доход государству. Люди пользовались услугами, не было очередей. Теперь сегодня мы видим, эта тема получается не актуальная. Все в очередь в банки. То есть шаг за шагом идет проблемы коронавируса, а также и в головах у чиновников. Вот очередной пункт, который работал круглосуточно, закрыт. Остались буквально единицы, которые еще спасают нас от очередей, от большого разрыва между покупкой и продажей. Вот, кстати, на сегодня такие курсы в Караганде. У кого нет 100 миллионов на расчетном счете, закрывается. Поэтому далее все будет за банками. Это очередные очереди, максимальный разрыв, как мы неоднократно наблюдали. Выскажите, пожалуйста, свое мнение в комментариях под этим роликом. Как вы считаете, насколько надумана тема закрытия обменных пунктов? Теперь, значит, они вообще не будут предоставлять услуги, независимо сколько у них тенге на валютном и расчетном счете в совокупности. То есть лучше ничего не делать, получается, и просто закрыть. Вот, допустим, теперь только банки будут. Вот с таким разрывом, посмотрите, сравните. По рублю, например, перевод вы будете получать, почем будет у вас покупка и продажа, соответственно. То есть по максимальному. И это только начало. Пожалуйста, опишите ваше мнение, как вы считаете, на чьей вы стороне. Всем пока, удачи!